синим. Дмитрий Петрушин, Днепропетровск. Какая-то суета, значит. Да, тебя поехали. Когда тебя увозят, это еще друзья нам еще. Ну, тут пересущие. Где-то там. Ну, здесь лучше, конечно, да, чем в Америке. Хотя бы далековато все. А в том году было там стояло, там белый выбор. Финал, наверное, так и было. Зачем переставлять? Как а, много. Все это там стоит? Да. А, прямо да. Рядом. Это было удобно. Ну, два года, блин, пропустил. Я вижу, что вообще пришел, никого вообще не знаю. Фамилию какие-то не понимаю. Смотрю, три раунда прошло, еще один раунд, думаю, а по раунда пробоксирую. Четыре по сколько, по полтора минуты? Две. Значит, ты очень много пропустил. Ну, очень много. Не два года, а лет 10. 98-го года уже. Четыре раунда по один минуту. Сейчас будет три по две последние. День пятый. Ой, 3x3. А я? Я. Пробовал. Я пробовал, я боксировал. Ну, нормально. Конечно. Просто не успеваешь уставки. По 2 минуты. Сейчас видишь, без 2 минуты махать. Не представляю. Ну, да. 3 минуты тут хоть можно спланировать раунд. Шурка, время. Ну, сейчас тренируемся, помогает. Мама, не встает! Кто вы? В данный момент бой выиграет. Ну как-то красный более крепче, синий более резкий. А выиграет? Синий даже. Я думаю, красный. Ну, интересно, может. А этот ходит уже молодой тренер? Сав. Что у меня жена дети? У меня дети? Вот. Помните, раньше ставку ставили? День глаза? Да, какой раз был? Ну, я еще помню, в детстве. Значит, первый. А что люди, оттуда тоже? Да, надо так вот обойти, там тоже сами. Да, легче. Когда ты по одежде, колесо сниму как. Да? Зайдешь. Ну, снять. Мне даже не спросили, ушел. Да не, у меня тут знакомые стоят. Я же грубый родственник. Он тоже пустил без проблем. Посмотрел, он тоже закрыл. И с кольцом просто. Тогда не снимай. Они в первом были.
финалист мира боксера, да, с Монголии. Где? Вчера были бои? Сегодня, в первом бою. Олимпиады. Удочка есть? Удочка? Что? Удочка есть, приматка? Делаем так? Нет. Более опытный. Нет, так дело не в этом. Я просто знаю одну комплекс. Хорошо, я возьму. Нет, я тебе скажу на паузу. Комплексы. Счетом 29-10 одержал Артур Меладзе.